все играли только на победу. Все боролись, бились и выиграли эту игру в овертайме, как бы все молодцы. Стала получаться игра в большинстве, вот и в матче с Куньлунем забили, и сейчас с Амуром. В чем сумели прибавить? Ну, стали больше уделять время на тренировках этому, и как бы должно было когда-то прийти голы. Вот результат. Играешь с Умурком, периодически выходишь. Насколько комфортно чувствуешь в этом звене? Ну, с Умурком, мне кажется, любому будет комфортно играть. Такой мастер, как бы, вообще вопросов даже может не быть. Он все сам делает. В двух стартовых игровых отрезках удалось забить лишь раз, хотя было много моментов. Подводила реализация нас? Ну, думаю, да, и маленько хладнокровие. Как бы хотели все на пустые ворота, надо было больше бросать. Так-то. Чувствовалось сегодня отсутствие капризова Воробьева вот уже в игре, как-то заметно это? Ну, конечно, да, чувствуется. Другие люди сегодня начали играть. Дима Мальцев вошел в состав. Ну, как бы ничего страшного, выиграли, хорошо.